Предстоящий референдум, как говорят специалисты, это важный политический шаг, который поможет узнать, при какой системе граждане предпочитают жить и в каком направлении нам следует двигаться. В этом выпуске программы «МАЕК» мы поговорим о значении референдума по определению системы государственного управления с кандидатом юридических наук Асель Абакировой. Здравствуйте, Асель Мырзахановна. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Асель Мырзахановна, расскажите, пожалуйста, почему вот... Вернее, даже не почему, а чем вот предстоящий референдум отличается от всех референдумов, которые были до него у нас в Кыргызстане? Ну, я скажу, что референдум, который будет проводиться, он, наверное, в таком формате действительно проводится в Кыргызстане впервые. До этого все референдумы, на которых мы участвовали, мы уже голосовали либо на выборах президента, да, либо мы определяли, вы принимали ту или иную конституцию уже в конечном варианте с предложенными замечаниями, предложениями и так далее. На сегодняшний день население, народ Кыргызстана имеет право, имеет возможность, уникальную возможность выбрать форму государственного правления, да, когда мы определяем, по какой форме правления, президентской, либо парламентской, мы хотим жить, в каком направлении хотели бы мы двигаться. Угу. А до этого уже окончательный вариант, да, предлагали? До этого, если мы вспомним 2010 год, нам предлагался уже конечный вариант Конституции, который определял парламентско-президентскую форму правления, проект, который разрабатывало конституционное совещание с учетом мнения общественности. Угу. И сейчас, 10 января, это тоже такой исторический шаг и очень важный момент, когда наряду именно с президентскими выборами будет проходить референдум по определению государственного управления. И не помешают ли они вот друг другу, не станет ли помехой, например, выборы президента для референдума и наоборот? Не запутаются ли граждане? Да, я думаю, что с момента, когда определили, что на референдум будет поставлено два вопроса, выборы президента и определение формы правления, я думаю, что средства массовой информации очень хорошо поработали. На сегодняшний день, я думаю, что население проинформировано, что они будут выбирать. Будут выбирать президента и форму правления. Конечно, в этом информировании очень большую роль сыграли и наши депутаты Жогорку Кенеша, общественные деятели, политические партии, своих, вот, в том числе и при проведении президентской, допустим, гонки, все практически претенденты говорили, на какой вопрос необходимо ответить, какой бы результат они хотели бы увидеть. Угу, то есть вопрос поставлен конкретно и ответы, да, даны конкретно? Да, конкретно. Ответы должны быть весьма, весьма конкретны. Возможно, против всех тоже проголосуют. Угу. Тут некоторые там специалисты, общественные деятели выступают в принципе против референдума. То есть созданы группы агитации там за президентскую форму правления, за парламентскую и против всех, три варианта ответа даны. Но есть люди, которые агитируют принципиально против проведения референдума. Что вы на это скажете? Насколько эти люди имеют обоснование для того, чтобы противиться проведению референдума? Мы живем в демократическом обществе, Нурбек, поэтому я считаю, что каждая группа, каждый человек имеет право на свое мнение. Если часть нашего общества считает, что референдум не должен проводиться, то это их, я думаю, мнение, мы их тоже должны учитывать, мы тоже должны услышать их. Что касается их точки зрения, почему они считают, что референдум не должен проводиться именно по форме правления. Возможно, они считают, что форма правления, вопрос поставлен не совсем корректно. Мы об этом уже говорили, с юридической точки зрения, возможно, нужно было поставить еще вопрос о смешанной форме правления. Второй вариант, вторая точка зрения, они считают, что референдум не должен проводиться, потому что действующая конституция, по их мнению, действующие должны жить дальше по действующей конституции, по той существующей системе правления и по той, системе устройства государственных органов. Поэтому я думаю, что в этом ничего плохого нет. Пожалуйста, я думаю, что это даже хорошо, потому что это дает нам возможность услышать ту часть населения, которая считает, что они имеют право выступать и высказывать свое мнение. Угу. В том числе, еще одной из причин, почему некоторые люди считают, что проводить конституционную реформу
сейчас нет необходимости и проводить, соответственно, и референдум, потому что шестой созыв парламента Жогорку Кенеша, он работает не совсем в легитимном русле, именно в правовом ключе. Насколько шестой созыв сейчас правомочен выносить такие решения и предлагать такие изменения? Вы знаете, Нурбек, события ноября месяца, сейчас его называют восстанием или революцией, октября месяца, как бы мы его ни называли, это своего рода протест народа. Это и при какой бы революции бы мы ни рассматривали, если мы даже возьмем историю, после революции необходима смена органов власти, смена направления, то есть вся система, при которой мы жили, она как бы не совсем законной становится. И, естественно, вопрос о том, является ли Жогорку Кенеш легитимным или нелегитимным. Давайте я как юрист все-таки скажу, что согласно Конституции полномочия Жогорку Кенеша прекращаются с момента созыва нового состава Жогорку Кенеша. Следуя этой норме на сегодняшний день, я могу сказать, что Жогорку Кенеш на сегодняшний день полномочный государственный орган, Жогорку Кенеш как законодательный орган, который имеет право принимать законы и осуществлять контроль над исполнением закона. Поэтому я считаю, что та законодательная инициатива, которая на сегодняшний день рассматривается, то есть, допустим, проект Конституции, я думаю, что норм прямых нарушений законов Кыргызской Республики на сегодняшний день нет. То есть шестой созыв Жогорку Кенеша, он будет работать до того, как состоятся выборы в Жогорку Кенеш, и новый созыв принесет присягу. Да. Я думаю, что после выборов и после определения формы правления, возможно, проект Конституции, возможно, будет разработан новый проект Конституции с парламентской формой правления, исключительно парламентской, да, они вот такой вот смешанный. Возможно, если мы примем новый проект Конституции, и выборы в парламент Жогорку Кенеш будут осуществляться в соответствии с новой Конституцией. По парламентской или президентской это решит народ. Угу. При нынешнем проекте, над которым вы вот как член Конституционного совещания работали, там сейчас предложена именно президентская форма правления. А если люди захотят, например, жить при парламентской системе, проголосуют за парламентскую систему, насколько сложно будет внести изменения в этот проект Конституции? И если там, допустим, вносить изменения только в одну часть по как раз государственному устройству, насколько сильно она повлияет на другие статьи и части Конституции? Я считаю, что тот проект, над которым мы работаем, его вообще снимут с повестки дня. То есть нет, то есть не будет оснований для того, чтобы вообще принимать, вносить изменения. Изначально проект, который к нам поступил, он был с президентской формой правления, как определялось, что президент является главой исполнительной власти. Если же народ все-таки выберет парламентскую форму правления, мы не должны это исключать, потому что очень такая-то часть населения все-таки считает, что парламентаризм в Кыргызской Республике стоит развивать. Если же мы примем на референдуме, мы получим результаты голосования, то, соответственно, будет разработан совершенно другой проект Конституции. И я считаю, что должно быть образовано совершенно другое конституционное совещание, на рассмотрение которого и должен поступить проект. Кто будет разрабатывать? Жогорку Кенеш, общественность, там 300 тысяч избирателей, как законодательные инициативы. Это другой вопрос, но я считаю, что тогда нужен новый проект Конституции, новое конституционное совещание, общественное обсуждение, общественная экспертиза, и только потом. Только так. Тогда как юрист вы смотрите, как получается, тогда вся ваша работа, которую вот последний месяц вы делали, она сойдет на нет, и после референдума уже будет более понятно, будет ли там продолжаться работа над тем проектом, над которым вы работали, или нужно будет, как вы сказали, собрать новое конституционное совещание и начинать работу заново. При таком случае, то вот референдум, его же не назначали сразу, который вот 10 января, по определению формы правления. К этому мнению пришли вот постепенно по ходу работы конституционного совещания того же. О чем тогда, вот как юрист, может, дадите оценку, о чем это говорит? О том, что власти прислушиваются все-таки ко всем людям и к разным мнениям и не гнут исключительно свою линию?
Или, ну, то есть я хочу сказать, была ли, во-первых, в этом референдуме такая необходимость, ему можно было, например, как в 2010 году, просто представить людям проект Конституции, и на референдуме, как водится, у нас ее принять, раз власть ее предлагает. Но тут у нас появляется промежуточный этап, референдум по выбору именно формы правления. Да. И как юрист, вы считаете, что это характеризует нашу власть как прислушивающуюся к мнению людей? Или есть тут еще какие-то другие цели этого референдума? Я еще раз скажу, что впервые вот народ имеет право, возможность выбрать, так, а при какой форме правления они хотели бы жить. Ведь до этого, какую бы конституцию мы ни взяли бы, вполне возможно, то есть вот это конституционное совещание, разработчики предоставляли готовый проект, да, по какой бы мы хотели бы жить. И разработчики не могли уйти ни к парламентской, ни к президентской, а всегда какую-то делали смешанную, квази какую-то систему форм управления. На сегодняшний день, когда разрабатывалось, когда вообще создавалось это конституционное совещание, когда разрабатывался этот проект, и было на официальном сайте, мы увидели, очень было много нареканий, да, то есть почему именно президентская, а почему? Почему никто народ не спрашивает, да, и насколько это было правильно и законно. Поэтому я думаю, что исполняющие обязанности президента и депутаты Джоор, конечно, вообще пришли к мнению, что, возможно, народ заслуживает того, чтобы за 20-30 лет он все-таки определился, по какой форме правления ему необходимо жить. И вопрос о том, что какую мы форму правления выберем на референдуме, это тоже вопрос, когда мы хотим узнать мнение населения. Вот я еще раз хочу рассказать про народный курултай. Ведь народный курултай вводится в Конституцию именно с целью того, чтобы мы узнали мнение народа, именно с тем, чтобы в последующем люди могли выступить или рассказать о своих проблемах не на митингах и не на манифестациях каких-то, а именно вот путем народного курултая. И я думаю, что первый шаг к этому является то, что народу предоставляется выбор определить форму правления в Кыргызстане. И я еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день население весьма политизировано. И точка зрения о том, что народу все равно, по какой форме правления жить, или народ даже не будет понимать, какую форму правления выбрать, я думаю, что далеко не так. Экономика Кыргызской Республики настолько может быть слабая, что народ винит во всем именно Конституцию, винит систему органов государственной власти. И поэтому, когда будет выбирать форму управления, он все равно будет исходить из своих каких-то точек зрения, из того, что он знает. И я думаю, что выбор за народом, какую форму управления выберет, как мы, наверное, уже через несколько дней уже узнаем. Я думаю, что это будет выбор народа. Кстати, действительно, то, что та проблема, которую вы озвучили, она тоже довольно популярна, это мнение о том, что людям в регионах им все равно, и они даже не всегда понимают, чего от них хотят, когда просят прийти на референдум и проголосовать за ту или иную форму управления. В случае, например, если люди все-таки изберут президентскую форму управления, работа над проектом Конституции продолжится и будет назначен новый референдум уже по принятию ее, верно? Да. Ну, я думаю, что сейчас конституционное совещание у нас не работает, мы какой-то перерыв взяли. И по результатам референдума конституционное совещание должно продолжить работу. Там предстоит еще проведение лингвистической и иной экспертизы, в том числе антикоррупционной и так далее. И если конституционное совещание придет к единому мнению, разработает вот этот проект Конституции, он будет предложен, как-то мы отправим его, этот проект Джоор Кенеш, так как Джоор Кенеш являлся вот инициатором этого законопроекта. И в каком порядке он будет принят, скорее всего, будет вынесен на референдум. Я даже боюсь говорить о сроках, да, потому что Конституция – это не простой закон, это основной закон страны. Какие сроки и как будет принято, это покажет время, потому что еще нужно проведение, вот я и говорил, нескольких экспертиз для того, чтобы мы его могли принять и вынести на референдум. Угу. И у нас остается буквально там пару минут, но я хочу вас спросить, если люди выберут смешанную форму правления, то есть проголосуют против всех,
то ныне действующая Конституция, она продолжит действовать без изменений и без каких-то поправок вносимых, или будут предложены туда поправки? Я думаю, что если мы проголосуем против всех, действующая Конституция сохранит свою юридическую силу, будет работать. Я думаю, что о внесении изменений и дополнений, я думаю, что это уже будет прерогатива нового Жогорку Кенеша, где будут предложены, возможно, какое-то вот изменение в форме правления и функциях полномочий государственных органов. Угу. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Я напоминаю, что мы говорили о значении референдума по определению системы государственного управления с кандидатом юридических наук Аселя Бакирова. Это была программа «Маяк». Эфир «Алто-24» продолжается. Оставайтесь с нами.